очень сегодня. Погода. Такая погода. У меня новая футболка, вы что-нибудь заметили? У меня новая футболка. Скучно как-то. Такая погода, а мы в школе. Вы меня слушайте, а? Слушайте меня. О, Антон. Привет. Привет. Давно не виделись. Что делаешь? Играю. А можно с тобой? Пошли. Пойдем. А сейчас кружку возьму. Они потом улетят нафиг. И сразу. Я ржу. Сходим за мороженым, перекусим у меня дома. А где извинения? Давай, Оксана. Где ты будешь? Оксана! Алло. Ладно, тогда мы сейчас пойдем ко мне пиццу жарить. Хорошо, давай. Заниматься игрой. Видите? Вам некуда. Ну, вы как бы сумки возьмете? На улице сегодня так жарко. Вообще. Ну, у меня вся куртка прилипла, я вся мокрая. Заходите. Пойдемте пиццу жарить. Пойдемте. Она там на столе. Проходи. Но нет, надо ничего не жалею. Андрей, давай, ты мне будешь помогать. Так, держи колбасу. Сыр. Хлеб. Его тебе чуть-чуть. Надя, пиццу с чего будем делать? Давай вот эту вот. Она очень некрасивая на картинке для тебя. Заблокируй, получается. Ладно, давай. Хорошо, сейчас погоди, прочитаю, что здесь есть. Начнем делать. Ну все, через полчаса может быть готово, там написано. Я буду через полчаса готова. Блин, где мой... Ната, не видел, куда мой планшет? Пойдемте поищем. Вика, ты не трогал мой планшет? Уже типа одна убежала. Так, может в комнате, мы же в комнату еще ходили. Так, может... ну когда там это смотрели? Оксана! А ты в магазин... Пойдем, ты же в магазин за слоеным тестом ходила, нам для пиццы не хватало. Я же вам потом, вы мне звонили, там я... Пошлите одеваться, надо срочно найти. За пень иди. Мамуль, мы любим планшет искать. О, я с Аней. Вы со мной не идите, Андрей. Я одна иду. Нет, Оксана, мы все идем помогать тебе искать планшет. Мамуль, можно шапку не одевать? Андрей, ты наступил на кроссовки. Блин, Оксана, его мог кто-нибудь подобрать, он же такой хороший. Он же с симкой был. Ладно, давайте быстренько оденемся и пойдем. Дорогой. Надей, пожалуйста, мою... 100 000 стою. Какой 100 000? Твою куртку. Твою. Ладно, меньше. 8. 7 000. 8. Потому что он с сим-картой был и с интернетом вместе. Блин, да. Пошлите. Любушка, подожди, хорошо, мы планшет поищем. Бежим хоть типа в магазину.
Потому что их все равно там запрут, пока появились. Кого? Планшет. Ну, кто планшет потерял? А? Нету. Блин, не могу. Блин, Оксана, не плачь. Ну, пойдем. Слюни не проще взять. Андрей, вот ты веселишься, а Оксане, может, реально планшет пропал. Ой, Оксана, ну пошлите еще дома поищем. Мам, мы сейчас с Надей до трех фильм поснимаем. Закрой дверь. Или наша горелая пицца? А? Точно, горелая пицца горит. Есть немного. Да нет, я имею в виду, что ты должна сейчас рассказать. Я смотрю, как-то горелым пахнет. Ааа, пицца! И все в один голос. Сейчас Оксана поговорит. Давай мы снимем, как Оксана льёт трубку. Мам, ну пожалуйста. И мы его найдем. Типа такого. Давай. Раз, два, три. Фу, чем-то горелым пахнет. Пицца! Оксана, надевай перчатки! Скорее, скорее! Давай, надевай. Давай быстро эту... Оксана, да! Вон еще! Пошлите? Пошли. Пойдемте. Блин, меня мама дома убьет. Она мне домой за... Ой, что ты у меня на попе? Оксана, мы из-за тебя пиццу спалили! Я его ненавижу. Он был здесь! Есть что-нибудь от Шаушанера? Дипантен! Папа! Пошел! Не пользовался! Ура! Всё! Газпром! Здравствуйте! Этот сериал про хороших друзей. Прикольных ребят и плохих поваров. Нереальный Газпром! Ура!